I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. может быть страшнее, когда убивают ребенка, да еще и с особой жестокостью. А теперь представьте, если это злодеяние совершают двое мальчишек. В 1993 году Великобритания была в ужасе из-за убийства двухлетнего Джеймса Балджера. Два десятилетних мальчика поманили малыша, когда тот выпустил руку матери всего на минуту. Прошли с ним 4 километра по оживленной части Ливерпуля, отвели к уединенному участку железнодорожных путей и забили камнями до смерти. По дороге к месту убийства их видели десятки людей. Это дело до сих пор остается одним из самых шокирующих преступлений, произошедших в Англии в прошлом веке. Мишель Элиот, основательница фонда Kidscape, назвала эти события самой неудачной встречей троих детей в 20-м столетии. Джон Винниблс и Роберт Томпсон ненавидели школу, чувствовали себя там изгоями, поэтому стали постоянно прогуливать уроки. 12 февраля 1993 года они отправились в торговый центр «Стрэнд» в Бутле, Мерсисайд, чтобы совершить кражу. Ребята прикарманивали все, что попадалось под руку — батарейки, эмалевую краску, ручки, карандаши, немного конфет и фруктов, косметику и другие безделушки. Помимо краж, мальчики развлекались тем, что дразнили пожилую женщину, прыгали на стульях в кафе, пинали банку с краской. Одним словом, хулиганили. В какой-то момент парочка решила похитить ребенка. Кто это предложил, неясно. Каждый из арестованных впоследствии обвинял другого. Первая попытка не увенчалась успехом. Мать похищенного ребенка быстро заметила пропажу, и хотя малыш уже отошел с Джоном и Робертом от торгового центра, крики его мамы заставили юных киднеперов отпустить двухлетнего мальчика. Но вскоре их ужасающий план удалось реализовать. Деннис Балджер почти не расставался со своим двухлетним сыном Джеймсом. Ее первая беременность закончилась выкидышем, и она постоянно переживала, что с ребенком может что-то случиться. В пятницу 12 февраля вместе с девушкой своего брата Николой отправилась в торговый центр «Стрэнд». И, конечно, взяла с собой Джеймса. Малыш не хотел сидеть в коляске, разбрасывал товары в магазинах. Поэтому, когда Деннис решила напоследок ненадолго забежать в мясную лавку, оставила сына у двери. После первого неудачного похищения Томпсон и Венейблс Слонялись вокруг киоска с закусками в надежде украсть конфеты. В какой-то момент они заметили Джеймса. Когда мать ребенка отвлеклась, чтобы забрать заказ, они его позвали. Винниблс взял ребенка за руку. Деннис задержалась в лавке немного дольше, чем рассчитывала. Когда же вышла из магазина, мальчика уже не было. Камера видеонаблюдения запечатлела, как дети вышли на улицу в 15.42. По пути следования мальчиков попались 38 прохожих. Таблоиды позже окрестили их ливерпульскими 38. Большинство свидетелей подумало, что Джеймс был младшим братом одного из ребят постарше, поэтому они не предприняли никаких попыток узнать, куда дети направляются. Многие из этих 38 позже признавались, что малыш выглядел расстроенным. Некоторые даже стали свидетелями того, как его били и пинали, однако почти никто не попытался вмешаться. Когда мальчики покинули торговый центр, Джеймс звал свою мать и плакал. Вении и Томпсон посадили ребенка возле здания почты и громко сказали: С тобой все в порядке! Тебе сказали не бежать! Затем продолжили путь. Они направлялись в укромное место возле канала Лиц. Там ребята сбили малыша с ног. Он упал и остался лежать на земле в слезах. Проходившая мимо женщина заметила эту сцену, но не стала останавливаться. Спустя какое-то время Томпсон и Венниблс решили отправиться в другое место и позвали Джеймса с собой, натянув на голову капюшон, чтобы скрыть травмы. Мальчик последовал за своими обидчиками. Троица отправилась бродить по Ливерпулю. Они шли мимо магазинов, жилых домов, парковок, по одной из самых оживленных улиц города. Некоторые позже вспоминали, что видели, как Джеймс смеялся, в то время как другие отмечали, что он сопротивлялся и даже кричал, зовя свою маму. Одна пожилая дама увидела плачущего ребенка, заметила его травмы и подошла к мальчикам, чтобы узнать, что случилось. Юные похитители соврали, что нашли мальчишку у подножия холма. Женщина посоветовала им отвезти ребенка в ближайший полицейский участок. Но ребята пошли в другую сторону. Нарастающее беспокойство этой свидетельницы развеяла другая женщина, которая сказала, что слышала, как малыш смеялся. Обе решили, что все в порядке. Позже одна из них увидела новость о пропаже Джеймса, позвонила в полицию и выразила сожаление о том, что ничего не предприняла. Дети встречали по пути еще много людей, и никто из них не заподозрил неладное. Затем все трое пошли к железнодорожной линии. Жестокие пытки и убийства двухлетнего малыша произошли примерно с 17.45 до 18.30. Сначала ему плеснули в глаза краску, Затем долго избивали ногами, забрасывали камнями и кирпичами, засунули в рот батарейки. В какой-то момент они раздели Джеймса, возможно, произведя с ним какие-то манипуляции сексуального характера. Мучители уронили на голову ребенка железный стержень весом 10 килограммов, в результате чего у жертвы позже насчитали многочисленные переломы черепа. Затем ребята положили тело на железнодорожные пути в надежде на то, что все будет выглядеть как несчастный случай, прикрыли его разбитую голову обломками кирпичей и покинули место преступления до того, как проехал поезд и разрезал малыша пополам. После этого вернулись в город. Они отправились навестить друга, но того не оказалось дома. Скучающие Томпсон и Венниблс пошли в магазин видеоигр. Деннис была в панике. Ее направили в отделение охраны торгового центра, где она описала сына. Он был одет в синюю куртку и серый спортивный костюм. На его футболке было напечатано слово «Нодди», а на синем шерстяном шарфе была изображена кошачья мордочка. Деннис и Никола обыскали магазин и снова обратились к сотрудникам службы безопасности. Джеймса по-прежнему нигде не было. В 16.15 они позвонили в полицейский участок Марш Лейн. Власти начали поиски. Новости о пропаже малыша попала в вечерние новости и сразу же посыпались звонки в полицию. Многие считали, что видели Джеймса в Уолтоне, После одного сообщения, что ребенка заметили у канала лиц, следователи планировали утром обследовать водоем. Полиция допросила Ральфа и Деннис Балджеров. Как и в большинстве случаев похищения детей, подозреваемыми в первую очередь считаются родители. Однако быстро были получены очень многие зацепки, которые направили ход расследования в верном направлении. После полуночи были просмотрены записи с видеокамер, установленных в торговом центре. Полицейские поняли, что имеют дело с двумя детьми. Они проигрывали запись снова и снова, с ужасом наблюдая, как ребята ведут Джеймса к выходу. Зачем двум детям красть ребенка? Полиция могла понять мотивы педофила, но эта ситуация ставила их в тупик. На следующее утро водолазы обыскали канал. Были организованы поиски и на местности. Полиция предоставила СМИ кадры с видеозаписи и изображение удаляющегося в обществе двух ребят постарше Джеймса. Это разошлось по стране. Власти надеялись, что кто-то узнает похитителей, но, к сожалению, качество изображения оставляло желать лучшего. Отец Джеймса, Ральф Балджер, вспоминал, что почувствовал, когда узнал, что его ребенка увели два мальчика. Я посмотрел на Деннис и улыбнулся с облегчением. С ним все будет в порядке, Деннис, сказал я. Он с другими детьми, так что с ним все будет в порядке. Тело Джеймса нашли четверо мальчишек в воскресенье днем, когда они пошли на железную дорогу поиграть. Сначала подумали, что это разорванная пополам кукла. Верхняя часть туловища была скрыта под пальто. Нижняя часть лежала чуть дальше, полностью обнаженная. На теле было найдено 42 ранения, преимущественно в области лица и головы. И патологоанатом выяснил, что умер малыш не от наезда поезда, а незадолго до этого. Одежда, которую преступники сняли с ребенка, лежала возле его головы. Нижнее белье было сильно пропитано кровью. Неподалеку криминалисты обнаружили тяжелый железный пруд с пятнами крови, а также множество перепачканных кровью камней и кирпичей. Рядом с телом также нашли три батарейки. Судебно-медицинская экспертиза констатировала, что Джеймса жестоко били по голове и шее. На теле имелись переломы, порезы, синяки от ударов тяжелыми тупыми предметами, следы сильного кровотечения. На одной щеке появился синяк в форме отпечатка обуви. Хотя убедительных доказательств сексуального насилия не было, эксперты полагали, что некоторые травмы на теле ниже пояса носили подозрительный характер. В заключении, зачитанном в суде, говорилось, что с крайней плотью Джеймса были произведены манипуляции. Даже самые опытные исследователи были шокированы увиденным. Позже Роберт Томпсон принес на место преступления одну розу. Другие, скорбящие в Мерсисайде, устроили импровизированный мемориал возле железной дороги. Джон Веннибулс проявлял живой интерес к истории исчезновения малыша. Он спрашивал мать, поймали ли мальчиков. Нил Веннибулс, отец Джона, спросил сына о синей краске на рукаве его пальто. Мальчик ответил, что это Роберт Томпсон, испачкал его. Когда в новостях сообщили, что на теле убитого ребенка была обнаружена синяя краска, Венеблсы поначалу не заподозрили своего сына, хотя он пропустил школу в день преступления и носил куртку горчичного цвета, такую же, как мальчик на видео. Тем временем полиция продолжала расследование. Были проверены списки отсутствующих в школах в день убийства. Власти провели пресс-конференцию, чтобы найти больше свидетелей и успокоить общественность. Последнее сделать не получилось. В Мерсисайде началась настоящая охота на мальчиков. Поступали сообщения, в которых люди обвиняли того или иного ребенка. Даже родители звонили, чтобы заявить о своих детях, как и подозреваемых. Вскоре в полицейском участке раздался звонок, и женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что у ее подруги Сьюзен Венниблз есть сын по имени Джон, который прогулял школу в пятницу. На рукаве его куртки мать нашла следы синей краски. Он был похож на мальчика с видео. Женщина также сообщила, что у Джона есть друг по имени Роберт Томпсон, который составлял ему компанию в пятницу. Не имея других веских улик, следователи решили вызвать детей на допрос. В 7.30 утра, в четверг, 18 февраля, на пороге дома Томпсонов появились четверо полицейских с ордером на обыск. Когда Роберт понял, что его подозревают, заплакал. Следователи осмотрели одежду ребенка и сразу заметили следы крови на его ботинках. Когда власти пришли за Джоном Венниблсом, дверь открыла его мать Сьюзен и ехидно сказала, «Я знала, что вы будете здесь». Выяснилось, что на рукаве есть даже небольшой отпечаток руки. Джон схватился за мать. Он истерически плакал. Сквозь слезы мальчик сказал полицейским, что им следует поговорить с его приятелем. Мальчики были одновременно напуганы и заворожены процедурой допроса. Полиция взяла у них отпечатки пальцев, образцы крови, волос и ногтей. Допросы начались в четверг. Интервью было записано на магнитофон. Детективы понимали, что разузнать у десятилетнего мальчика об убийстве довольно сложно. Трудно было понять, осознает ли Роберт свои законные права, он лгал в мелочах, на трудные вопросы капризно возражал, однако вскоре сломался под тяжестью обвинений. Он рассказал, что они с Джоном Венеблсом прогуляли школу в пятницу и пошли в торговый центр «Стрэнд», где глазели на витрины. Пытаясь выдать себя свидетелем, а не участником преступления, Роберт сообщил, что видел Джеймса в тот день с матерью, когда ехал на эскалаторе. Полицейские уцепились за эту фразу. В перерыве обе следственные группы, допрашивающие детей, совещались. Джон венниблс сказал, что был с Томпсоном, но не признался, что посещал в тот день торговый центр. Детективы спросили Роберта, почему, по его мнению, Венниблс лгал о том, что не был в стренде. Томпсон предположил, что, возможно, его друг сделал что-то плохое, он заставил Джеймса идти за ними, а потом где-то потерял его. Но сам Томпсон ничего не знал об этом, потому что ни разу не оглядывался. Томпсон хитро обвинил своего друга, не признавшись, что видел, как тот, делал что-то плохое. Однако он также утверждал, что на протяжении всего дня был с Венеблсом. Прошло несколько часов, прежде чем его загнали в угол, заставив признаться в большем. Роберт Томпсон иногда плакал, когда его уличали во лжи, но детективы относились к его слезам с подозрением. Плач внезапно прекращался, когда давление спадало. В конце концов, он признал, что держал Джеймса за руку, что они гуляли по округе, но отпустили ребенка около церкви, Расстроенный, Роберт Томпсон посетовал, что вся вина за убийство малыша будет возложена на него. Поздно вечером ему сообщили, что он задержан и не может пойти домой. На следующее утро мальчик сказал, что оставил Джона Венилбса и Джеймса Балджера у железной дороги после того, как его друг бросил в глаза ребенка краску. Также подчеркнул, что понятия не имеет, что произошло после этого. После нескольких часов допросов и частичного признания Томпсона, его мать Эн сказала сыну, что будет легче, если он просто скажет правду. Роберт зарыдал. Он утверждал, что был сбросил в ребенка еще несколько кирпичей, а затем ударил его большой металлической штукой с дырками, затем ударил Джеймса палкой. Малыш неподвижно лежал поперек рельсов с открытыми глазами. У приятеля были батарейки, и он швырнул одну из них Джеймсу в лицо, Томпсон все время повторял, что пытался оттащить друга, кричал, чтобы тот остановился. Он плакал, боясь за себя, но проявлял искреннюю заботу о своей матери, которая сидела на допросе в полнейшем неверии и шоке. Когда женщина спросила, почему он принес розу на мемориал Джеймса, мальчик ответил, потому что тогда малыш Джеймс знал бы, что я пытался помочь ему там, и теперь я думаю о нем. На следующий день Роберт Томпсон признался, что трогал Джеймса, но сказал, что это произошло потому, что пытался убрать его с трассы. Так он пытался объяснить кровь на своих ботинках. По его словам, как только он увидел, сколько крови вытекло из мальчика, положил его обратно, так как боялся, что мать рассердится за то, что он испачкал свою одежду. Самые сложные вопросы детективы приберегли напоследок, у Джеймса, как выяснил патологоанатом, была травма половых органов. Полиция предполагала, что один или оба мальчика вставили в прямую кишку малыша пальчиковые батарейки. Эти вопросы расстроили Томпсона больше, чем любые другие обвинения. Когда следователи спросили, кто снял с Джеймса штаны и нижнее белье, он заплакал. «Знаете, я не извращенец!» Обычно собранный мальчик потерял хладнокровие. Он отказался отвечать на дальнейшие вопросы. Ближе к концу интервью Роберт сказал, что Джон пытался заложить голову малыша кирпичами, но признался, что и сам положил один кирпич, только для того, чтобы остановить кровотечение. Роберт Томпсон на протяжении большей части бесед с полицейскими сохранял самообладание и даже спорил с детективами. У Джона Венилпса же с самого начала была истерика. Он был крайне напуган тем, что очутился в полиции. Детективам приходилось прекращать задавать вопросы, когда ребенок настолько расстраивался, что не мог говорить. Это случалось часто. Венеблс не столько лгал, сколько избегал правды. После того, как успокоился, признался в некоторых вещах. В первое утро допроса он сказал, что его товарищ Роберт Томпсон был хулиганом, и он избегал его в школе. Также Венеблс вспомнил, что у Томпсона была привычка сосать большой палец, и все же мальчик, казалось, был впечатлен товарищем и его готовностью совершать плохие поступки. Он рассказал, что они вместе воровали, и заявил, что это было здорово. Мальчик начал рассказывать о дне преступления, но, несмотря на многочисленные детали, ни разу не упомянул торговый центр «Стрэнд». Когда же узнал, что Томпсон признался, закричал, что Роберт лжет. На следующее утро следователи представили Венелпсу версию событий, изложенную Томпсоном. Тот утверждал, что ребенка забрал именно Джон, но мальчик все отрицал. Детективы спросили, как им удалось заманить ребенка. По словам допрашиваемого, он просто гулял один. Венеблс видел, что противоречит сам себе, говоря очевидную ложь. Полицейские полагали, что мальчик хотел сказать правду, но его пугало то, что подумает его мать. После того, как Сьюзан и Нил заверили сына, что будут любить его, несмотря ни на что, и призвали его сказать правду, Джон забрался на колени матери и зарыдал. «Я убил его». После перерыва допрос продолжили. Виннибл сказал, что Томпсон украл краску в магазине игрушек в Стрэнде и предложил похитить малыша. Виннибл признался, что подошел к ребенку и взял его за руку, но идея убить малыша принадлежала приятелю. Пока они гуляли, думали о том, чтобы найти мать Джеймса, но Томпсон предложил бросить его в канал. Он пытался заставить малыша наклониться к воде, надеясь, что тот потеряет равновесие и упадет. Но Джеймс не подходил к каналу близко. Затем, по словам Венеблса, Томпсон схватил малыша, приподнял и бросил на землю. Они испугались того, что сделали, убежали, но быстро вернулись. Мальчик не мог сказать, почему. Они просто хотели погулять с малышом. Венеблс признался, что сорвал капюшон с куртки Джеймса и бросил его в кусты, когда они шли к железной дороге. На этом моменте он остановился. Чем ближе полицейские подходили к теме убийства, тем больше расстраивался ребенок. Он не хотел говорить о самом плохом. Когда Веннибулс наконец был готов поговорить, то обвинил в насилии Томпсона. Мы отвели Джеймса к железной дороге и начали бросать в него кирпичи. На вопрос, кто бросил первым, мальчик ответил, что это был его друг, который к тому же бросил металлический стержень. Сам Веннибулс признался только в том, что бросил два кирпича, всего лишь маленькие камешки — Кроме того, утверждал, что в какой-то момент пытался оттащить друга, но тот продолжал бросать камни. Джеймс продолжал подниматься, а Томпсон кричал и обзывал ребенка плохими словами. После того, как ударил малыша железным прутом, тот упал животом на рельсы, и похитители убежали. Вопросы о манипуляциях с гениталиями Джейсона вообще вызвали истерику. К субботе и Томпсон, и Виннибулс были полностью измотаны. Следователи знали, что у них достаточно улик и показаний, чтобы привлечь мальчиков к ответственности, поэтому завершили допросы. Полиция Волтона решила вместе с подозреваемыми пройти тот же маршрут, по которому дети шли с Джеймсом. Виннибулс поехал вместе с офицерами в автомобиле без опознавательных знаков. Машина остановилась, и из другого полицейского участка вывели Томпсона. Оба мальчика очень хотели увидеть друг друга после преступления. В этот же день в 18.15 Венилбсу было предъявлено обвинение в похищении и убийстве Джеймса. Власти также обвинили обоих ребят в попытке похищения ребенка. Венилбс сидел и рисовал, ожидая, пока будет оглашено обвинение, и плакал только тогда, когда плакала его мать. Когда тем же вечером предъявили обвинение Томпсону, он просто сказал ⁇ Это сделал Джон ⁇ Оба мальчика содержались под стражей до суда, назначенного на ноябрь 1993 года. Им предстояло пройти психиатрическое обследование и дополнительные допросы. Жители Мерсисайда были ошеломлены возрастом подозреваемых, но с облегчением узнали, что им предъявлены обвинения. А семьи Веннибелс и Томпсон были вынуждены бежать от разъяренной толпы. Мальчиков поместили по отдельности в специальные охраняемые помещения под вымышленными именами, увеличив их возраст в документах и просили притворяться осужденными за другие преступления. Это было сделано из-за ненависти, захлестнувшей общество. Власти небезосновательно опасались за их жизни. 14 мая 1993 года Томпсон и Венебулс предстали перед Королевским судом Ливерпуля, чтобы заявить о своей невиновности. Джон родился 13 августа 1982 года в семье Сьюзен и Нила Венеблсов. Оба родителя страдали клинической депрессией, а мать была склонна к истерике. Они неоднократно сходились и расходились, затем и вовсе развелись. С семи лет у Джона начали проявляться признаки антисоциального поведения. Ненавидел соседских детей, которые дразнили его, собственных брата и сестру. У него было косоглазие, над которым смеялись сверстники. Он легко велся на провокации. У Джона Венилпса было активное воображение, и он, по-видимому, подавлял значительную часть своей агрессии, отрицал наличие каких-либо проблем дома, несмотря на свое истеричное поведение в школе. Утверждал, что его семья очень любила и поддерживала. Поначалу насилие Джона было направлено на него самого. Он бился головой об стену, а мебель, бросался на пол, резался ножницами, рвал свою одежду. Однако иногда его агрессия задевала и других. Мальчик ходил по классу, срывая рисунки других учеников, бросал вещи в одноклассников. Учителя делали заметки о его деструктивных выходках. Никто не считал Джона Виннилбса плохим ребенком. Некоторые учителя находили его милым и испытывали к нему симпатию. Они полагали, что таким поведением он умоляет о помощи. Странное поведение Джона Виннилбса становилось все более жестоким. Однажды подошел к однокласснику и начал душить его деревянной линейкой. Вскоре после этого случая его перевели в другую школу. Там он встретил Роберта Томпсона. Сьюзен сказала, что ее сына перевели, потому что другие дети в прежней школе дразнили его. Но как только он встретил Томпсона, они стали хулиганами. Мальчики выбирали слабых детей, которые были легкой целью, и нападали на них. Имея в качестве компаньона Томпсона, Джон Венеблс чувствовал себя сильным и воодушевлялся. Учителя заметили, что вместе эти двое словно выявляли друг в друге худшие стороны и потому приложили усилия, чтобы разлучить их. Однако они могли разделить их в классе, но не на улице. Доктор Сьюзен Бейли, обследовавшая Джона перед процессом, полагала, что у него не было никаких органических нарушений или повреждений головного мозга, которые вызывали бы поведенческие проблемы. Она пришла к выводу, что мальчик готов предстать перед судом. В психологическом заключении говорилось, что Джон не страдал какими-либо тяжелыми психическими заболеваниями, включая депрессию или галлюцинации. Он был тревожным, суетливым и эмоциональным, мог легко расстроиться и был не способен после этого обсуждать убийство. Тем не менее, рассказал матери о воспоминаниях, которые преследовали его, особенно о пугающих образах льющихся изо рта Джеймса Крови. У Джона Виннилбса были фантазии о более благоприятном развитии событий. Ему снилось, что он спас малыша и благополучно вернул его матери. Томпсон жил в грубой, даже жестокой среде. Чтобы пережить многочисленные нападения своих старших братьев и матери-алкоголички, научился ускользать от неприятностей. Когда его загоняли в угол, лгал, плакал или принимал побои с вызовом. Отец Роберта Томпсона беспощадно бил жену, а затем бросил, дети были предоставлены сами себе. Занимались воровством, поджигательством, подозревались в сексуальном насилии, пытались покончить жизнь самоубийством. Одним словом, семья была неблагополучной, а дети — проблемными. Роберт пробовал быть хорошим сыном. Он помогал матери на кухне, старался не расстраивать ее и оказывал некоторую поддержку, нянчил младшего брата. Он был не столько агрессивным, сколько хитрым, и хотя прогуливал школу, когда появлялся в классе, не хулиганил, Учителя считали его застенчивым и тихим, но способным манипулировать другими. Роберту не мешала репутация его семьи, он, казалось, прятался за нее. Учителя не ожидали многого от ребенка Томпсонов, а другие дети избегали его. Джон Венниблс стал одним из немногих друзей. К сожалению, жестокое обращение с Робертом со стороны старших братьев привело к тому, что сам мальчик стал проявлять агрессию к своему младшему брату Райану. Тем не менее, между ними образовалась странная связь. По ночам они лежали в одной постели и сосали большие пальцы друг друга. Психиатр Эйлин Визард встретилась с мальчиком и принесла несколько кукол, которые изображали главных героев преступления. Для разговора подготовила и игрушечную железную дорогу с миниатюрным оружием, которое использовалась при нападении. Роберт Томпсон показал, как он пытался оттащить Джона Венилбса и как они упали, борясь друг с другом. Но ребенок не смог объяснить, каким образом кукла Джеймса получила повреждения в интимных местах. Когда психиатр продолжал спрашивать об эпизодах сексуального насилия, Томпсон начинал все больше волноваться и защищаться. Когда подозреваемый обсуждал с психиатром свою семью, он защищал мать от обвинений в пьянстве. Мальчику снился повторяющийся кошмар, в котором он преследовал кого-то, выбегая на улицу, а затем его сбивала машина. По мнению психиатра Роберт Томпсон обладал интеллектом выше среднего и не проявлял никаких признаков психического заболевания или депрессии. Но в настоящее время у него проявлялись симптомы посттравматического стрессового расстройства. Назначенные судом эксперты показали, чтобы мальчика не были социопатами. Королевскому суду Престона пришлось построить специальную приподнятую платформу, на которой сидели во время процесса два ребенка. В противном случае перила заграждали бы им обзор происходящего в зале. Позже критики утверждали, что это выглядело так, словно подсудимых выставили на показ, что делало разбирательство несправедливым. Плотники превентили стулья на общественной галерее, где собиралась публика, чтобы никто из разъяренных слушателей не смог бросить их в детей. Часы судебного разбирательства соответствовали часам школьного дня с 10.30 до 15.30. Мальчиков судили вместе. Председательствующий судья Майкл Морланд постановил, что подсудимых будут называть «мальчик А» — Томпсон и «мальчик Б» — Венеблс. Роберт Томпсон выглядел старше своих 11 лет. Он проявлял мало эмоций. Зрители сразу предположили, кто именно был зачинщиком. Родственники Томпсона не присутствовали на суде, и он угрюмо сидел рядом с социальным работником. Джон Виннибулс, напротив, завоевал некоторую симпатию у наблюдателей за судебным разбирательством. Он казался более подавленным, встревоженным и постоянно оглядывался на мать, ища ее поддержки. Семья Балджеров, за исключением Деннис, которая была на седьмом месяце беременности, присутствовала каждый день. Обвинение, возглавляемое Ричардом Энрикесом, представило свою версию, утверждая, что оба мальчика принимали участие в убийстве Джеймса Балджера. Поскольку им еще не исполнилось 14 лет, обвинению пришлось доказывать, что дети знали, что их действия были абсолютно неправильными. Когда присяжные получили файлы с фотографиями с места преступления, они были поражены. Мать Джона тоже заплакала. Свидетели, ливерпульские 38, один за другим давали показания и подтверждали маршрут мальчиков. Многие изменили свои истории по сравнению с первоначальными показаниями из-за чувства вины. Важным вопросом для обвинения было, понимали ли мальчики разницу между добром и злом. Викторианская концепция «доли инкапакс» была создана для защиты невинных и невежественных детей от телесных наказаний. Раньше призорников наказывали за преступления, но «доли инкапакс» означала, что дети не способны на преступления, поскольку не осознают последствия своих действий. Психиатры заняли позицию, что оба обвиняемых осознавали тяжесть своего преступления. В суде были воспроизведены записи допросов полиции, в том числе для того, чтобы подтвердить, что дети понимали, что совершили. В заключительном слове обвинение представило мальчиков как несущих равную ответственность. Защита возражала. Ни один из этих мальчиков раньше не совершал насильственных преступлений, только мелкое воровство и прогулы. Это была озорная шутка, вышедшая из-под контроля. Если бы они планировали убить ребенка, то могли бы утопить его в канале или вытолкнуть на дорогу, но этого не сделали. Адвокат Томпсона Тернер утверждал, что ребята устали, не знали, как положить конец своей шутке, не понимали, что делать с Джеймсом. Боялись бросить его или передать взрослому. Якобы все контролировал Джон Венниблс и напомнил присяжным, что мальчик признался ⁇ Я убил его ⁇ Брайан Волш, адвокат Венилпса, пытался вызвать у присяжных сочувствие к своему подзащитному, назвав Роберта Томпсона плохим. Говорил о том, что его подзащитный признал свою причастность, но он не хотел убивать Джеймса. В среду 24 ноября, спустя более трех недель после начала процесса, присяжные приступили к совещанию. Решение было вынесено во второй половине дня. Впервые Деннис Балджер вошла в здание суда вместе со своим мужем Роджером — она хотела лично услышать, какое наказание ждет убийца ее ребенка. Как и ожидалось, подсудимые были признаны виновными. Томпсон сидел неподвижно, а Винибулс рыдал. Судья обратился к мальчикам. Убийство Джеймса Балджера было актом беспрецедентного зла и варварства. Этого двухлетнего ребенка забрали у матери, провели 4 километра по городу, а затем на железнодорожных путях избили до смерти. Затем его тело положили на железнодорожные пути, чтобы его переехал поезд так пытались скрыть убийство. По моему мнению, ваше поведение было одновременно хитрым и очень злым. Он рекомендовал минимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы, а также разрешил СМИ публиковать имена мальчиков. Вскоре лорд Тейлор, главный судья, распорядился, чтобы оба мальчика отсидели минимум 10 лет, что дало бы им время на освобождение в феврале 2003 года в возрасте 20 лет. В 1999 году адвокаты Томпсона и Венелпса обратились в Европейский суд по правам человека, заявив, что суд не был беспристрастным. Дети в силу возраста не могли следить за ходом судебного разбирательства и понимать процесс. В июне 2001 года, после шестимесячного рассмотрения, комиссия по условно-досрочному освобождению постановила, что молодые люди больше не представляют угрозы общественной безопасности и могут быть освобождены, поскольку в феврале того же года истек минимальный срок заключения и через несколько недель они вышли на свободу. Условия освобождения включали следующие пункты. Не разрешается контактировать друг с другом или с семьей Джеймса Балджера. Запрещено посещать регион Мерсисайд. Может быть введен комендантский час, и они должны являться к сотрудникам службы пробации. Нарушение этих правил повлечет за собой возвращение в тюрьму. Если их сочтут представляющими опасность для общества, их вернут в тюрьму. После суда на СМИ был наложен запрет на публикацию подробностей о жизни мальчиков. Роберт Томпсон больше не совершал преступлений. В 2009 году стало известно, что он находится в отношениях с мужчиной, который знает о его истинной личности. Отношения Томпсона, вероятно, сохраняются и по сей день. Утверждается, что он хорошо приспособился к жизни в Англии, где проживает в настоящее время. Сообщается, что в возрасте 17 лет Венниблс встречался с сотрудницей подразделения охраны Red Bank, После проведения расследования она была отстранена от работы и больше не вернулась на свою должность. Когда контроль за молодым человеком уменьшился, он стал впадать в алкогольную и наркотическую зависимость, что ставило под угрозу его анонимность. Дважды он раскрыл свою настоящую личность новым знакомым. В феврале 2018 года Венилпсу было предъявлено очередное обвинение в хранении детской порнографии и руководство для педофилов, вследствие чего он был приговорен к 40 месяцам тюрьмы. Также было указано, что ему могут быть предоставлены новое имя и проведение пластической операции за счет государства в целях сокрытия личности. 4 марта 2019 года было постановлено, что злостному сексуальному преступнику будет разрешено сохранить анонимность из-за опасений серьезного насилия в отношении него со стороны общества. Родители Джеймса Балджера развелись через несколько лет после убийства их сына. У каждого из них сейчас новая семья. Но они никогда не забывают своего маленького ангела Джеймса. В живописном уголке Ливерпуля, в трех милях от Стренда, два ангела из белого мрамора охраняют место, где двухлетний Джеймс был похоронен вместе со своим любимым плюшевым мишкой игрушечным мотоциклом и фонариком 1 марта 1993 года за 15 дней до своего третьего дня рождения. Фигурка черепашки ниндзя цепляется за дерево с табличкой. Особое место Джеймса, которое своими ветвями защищает могилу от непогоды. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему два десятилетних мальчика совершили такое жестокое преступление? Привела ли к этому та нездоровая обстановка, которая царила дома у обоих детей? Можно ли было предотвратить эту трагедию? Как вы считаете, нужно ли более строгое наказание для несовершеннолетних, или они все же еще дети и не ведают, что творят? Делитесь своими мыслями в комментариях. Where Why did he throw bricks at him? No. Where did the stones in the bar hit him? In the head. And you said the bar knocked him out? Yeah. Went to the railway what happened then? You no, know, he was just lying there. Is finished now? Because I can't speak anymore. You know, the, the grand horse we've got now. But I'll always be James's voice I'll always be there to fight James's corner